Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardResetInfo, а перед нами Motorola Moto G71. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить управление при помощи трех кнопок. Для этого мы заходим в настройки на нашем устройстве и выбираем пункт, который называется «Система». В пункте «Система» нажимаем жесты «Навигация в системе», и здесь можно выбрать «Навигация с помощью трех кнопок». Вот и все. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания.